объединились Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов. Они обвиняют во всем Шойгу, называют его долбоебом за глаза, естественно. И у них задача его снести. Но сейчас они это не делают. Накопительный момент. Да, ну потому что на кого-то надо списать. Слушай, чем из этого, сука, здесь боль, блядь, ему похую. Он отвечает за ВПК, блядь, он, блядь, сука, они самые охуевшие люди. Мое мнение простое, они живут себя как короли, как боги, блядь, конченые они твари. Вот что я тебе скажу. Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки, блядь. Но у них коллективная вина. Они же все наверху. Каждый из них отвечает за свой сектор. Стишечка обосрали. Да. Ни одного. Он говорил, да, что все, да, ничего, главная армия. Оказалось, что и армии тоже нет. Конечно, конечно. Они его обманули. Они его обманули. Они его обманывали, бля. Они живут в своей парадигме. Они живут в своем мире, блядь. Ведут себя, особенно у многих, жены, сука, секретарши бывшие, блядь. Понимаешь? Да. Ну это пиздец просто, блядь. Который, блядь, слушай, Боря был здесь, брат Аркадия. Ну чистый ушлепок, блядь, честно тебе скажу, чистый ушлепок, блядь. Ну он всегда таким был, жадный. Да. Охуеть просто. Да. Это просто, у меня такое разочарование, блядь, я эту публику, блядь, просто, я в шоке, блядь. Ну удержатся они или нет? Вопрос в этом. Не знаю. Они просрали, страну они просрали. Все они просрали. Да, все, да. Что они просрали? Не знаю, я не знаю. А что мы ждем, Лев? Вопрос в том, что Алло, будет после них. Вот чего. И как будет. Это пойдет, блядь, слушай, с одной стороны, кадыровцы, пригожинцы, будут опричники, будет, блядь, там махновщина, блядь, будет спасать кинжалами, там, кувалдами, блядь, там. Ну, это же нонсенс абсолютно. Я ни одного разумительного заявления не слышал. Ни одного хода правильно. Ты правильно говоришь. Ты правильно говоришь. Ты правильно говоришь. Они могли вот так, тогда, когда было, все шло подъем, они могли как бы в тени этого подъема на энергоносители, цены, тогда когда на них сыпал дождем вот эти бабло, их не бедно видно. А вот когда трудная ситуация, они все проявились, что они никчемные, недееспособные, не умные, не разумные, не квалифицированные. Ты видел, что он сделал? Он на шахматной доске их поставил друг против друга, бля. Лишь бы спасти себя, бля. Не, они друг друга сейчас... Не, он не спасет, это за что он отвечает? У нас республика, федерация, президентская страна, президент за все, за все. За все. Не, Фархад, то, что они страну проебали, это даже можно не сомневаться. Но они нас проебали. Давай потом, пожалуйста. Они нас проебали. Наши детей, их будущее, их судьбу, блядь. Да. Да, они честно, если честно, то, конечно же, они преступники, блядь. Да, еще какие, блядь. Мы как-нибудь прожили, слава богу, не один крылом видели, да, не такой видели. Ну как так, я не знаю, да, начать, да, не закончить. Послушай, они проиграли кварталу 95, блядь. И то, что они говорят, что против на них воюют те, туда-сюда, они сами им дали повод. Его загнали в эту хуйню, он сам себя в это загнал, честно говоря, да, ну, блядь, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы нахуй, все равно страну отдал, блядь, считай. Отдал он ее нахуй, никуда мы не денемся, нас отъебут, блядь, у нас вариантов нет никаких, блядь. То есть, даже если он отъебет и нажмет на кнопку, блядь, будущего в этом раскладе у целой нации нихуя нет, вот и все. Он нас всех выебал в рот, блядь. Да. Это надолго. К сожалению, это надолго. Он назад не пойдет. Вперед не может. Он будет вот так вот, там, грызня, это тараканы, блядь, стаканы, либо друг друга уже грызут. Будут группироваться там.
одного уничтожат, потом друг друга они будут сжирать, в горло сцепляться, там, топить будут они друг друга, потому что они тонут. Они тонут, они понимают, что все, пипец наступил уже, все. Поэтому... Они все хотят к одну тащить. Да. Столько лет, 22 года. Да. Ну, можно было. За 30 лет Дубай построили, блядь. Дубай. За 30 лет построили. За 40, да, 40 лет. 40 лет, блядь. Можно было бы страну сделать. Да, да. Что мы построили, блядь? Что сделали, блядь? Медведев говорит. А у нас, говорит, дрова, уголь не нужно. У нас у всех газ, блядь. У нас все. Нифига себе, блядь. В Туве, в Туве. 90% народа топит углем и дровами, блядь. Бурятии, нахуй. Они вообще, блядь, как будто не из того света, блядь. Надули. Да, подонки, блядь. Подонки. Блядь, подонки, просто. Просто подонки, блядь. И проливаем... Отняли у страны будущее. Пустышка. Пустышка. Блядь. Пустышка, блядь. Закомплексован и этот, и второй лилипут, блядь. Недорожшие, закомплексованные, блядь. Ненавидят, силовики все их ненавидят, блядь. Ну просто вопрос в том, что когда все это кончится, блядь. Чем это кончится, блядь? Как все это разгребывают? Потом, блядь. Ты понимаешь, в чем проблема? В хаосе и поиске других виноватых они тем самым спасают свои жопы сегодня. Потому что оправдаться перед обществом уже невозможно. Понимаешь, вот смотри, политика китайская, насколько она гениальная. Никого он не будет снимать, это точно, у него нет таких принципов. Он главнокомандующий, он несет за все ответственность. Он понимает, что менять Шойгу, шило на мыло, блядь, там, это ничего не поменяет абсолютно. Там ничего личного. Там просто он понимает, что за все с него будет спрос, и до 24 февраля, кто знал, Пёсик, это наша жизнь, наша судьба. Ну, да. Мы же не можем назад включить это время. Кто знал? Да. Люди есть там по 35 ярдов, блядь, замороженных, нахуй, есть не могут, блядь. В шоке. Кто знал, что он, блядь, не подумав, решит такое, блядь, нахуй. Он всех подставил. Всех и вся. Всю страну. Весь народ, блядь. А вопрос не в деньгах, блядь. Вопрос морали, психологии. Блядь. В принципе, он похоронил русский народ, блядь. Да, похоронил весь российский народ, блядь. Нахуй. И надолго, блядь. Когда мы от этого отмоемся и так далее. Это братоубийственная война, блядь. Братоубийственная. Да, но единственный способ, если он ее выиграет. Если он ее еще и проиграет, это вообще пипец. Все. Я не знаю, как его можно выиграть. Я же слежу, читаю, у меня 18 сайтов. Я же не идиот. Я не знаю. Я не знаю. Не знаю в этой грязи, блядь. В этой снегу, блядь. Я смотрю фильм «Освобождение». Люди шли, амбразуру закрывали, грудью, блядь. Потому что они шли за освобождение своей страны, блядь, от ига немецко-фашистского захватчика, блядь. А тут-то, понимаешь, вымышленно. Тут-то веков забирают. А ты заметил, креатив какой? А ты заметил, креатив какой? Русня, расисты, сродни фашистам, понимаешь, да? Ты заметь, обрати внимание. Да. Какие лозунги они используют? Нет, у них пиар работает. Они хорошо готовились. А это все проебали, блядь. Все проебали. Все, все. Могу тебе одно сказать, что... Ну ладно. Когда эти наши пошли туда, под Киевом, они должны были взять этот закрытый командный пункт, называется, ЗКП. Они сказали, что все там